брошу все дела. Наверное, у меня еще есть силы. Может, тебе вместо меня обратиться к Броку? Что мы упустили? Береги досы. Ой, тебе совет. Это почти то же самое, что и толстая кожа. Совет. Это почти то же самое, что и толстая кожа.
Но хватит вам! Молчание уже давит на нервы. Не мешай нам настраиваться. Почти на месте. Наконец-то. Мальчик, руну. По ней вырежи. Ого! Йотунхейм! Вот и он! Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! Что, скучал? Беги, сын, за врата! Нет! Я тоже Боб! Я справлюсь! Пусти его! Серьезно? Бальдер, отпусти их! Возьми меня! Я сделаю сами! Все это время я думал, что мне нужен ты! Но ты просто мясо! А мозгом оказался мальчишка! Нет! Ты сломал врата! Как попасть в Йотунхейм? Ах ты, тупой ублюдок! Уходи.
Уходи отсюда, сын. Да, разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов! Я готов! А я-то думал, что у меня семья хреновая. Твой отец прав. Как-то ты, ну, совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Спасибо. Атрей! Никогда не сдаешься! Стой! Нет! Брось моего сына! Когда этот мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя. Все кончено. Да ну.
Бартер! Нет! Послушай меня! Я помогу! Ох, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Что ты наделал? Сын? Я тут! Не двигайся! Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого. Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Мы вернулись в Хель? Не просто Хель. Это худшее место в Хеле. Вижу корабль. Сядем на него. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных. Но ты вырвал у него сердце, и вот мы здесь. Надо же, как все повернулось. Не я.
Это был я. Но мы боги. И можем делать все, что захотим. Отвернись, сын. Как я сказал твоей матери, перед тем, как взял ее. Это был не я. Я бы так не сделал. Тебе нельзя об этом думать. Не здесь. Да. Надо идти дальше. Да. Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав. Это иллюзия. Это был не я. Нет. Это тот, кем ты станешь. Слушай, я знаю, что мы тут из-за меня. Но я нас вытащу. Честно. Это я нас вытащу, а ты будешь слушаться. По правде, я не такой. Да уж, надеюсь. Теперь не мешай.
Стой! Кажется, там Бальдер. Я бы никогда на это не согласился. Слушай. Ты не имела права! Я имела права. Я твоя мать! Ты не имела права, ведьма! Нет вкуса. Нет запаха. Я даже не чувствую, жарко здесь или холодно. Пиры, выпивка, женщины. Все исчезло. Но ведь теперь исчезло. Ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Чем лишиться всех чувств? Да. Да. Я бы лучше умер. Да. Верни мне все, мать. Верни мне все. Это уже невозможно. Сын, поверь мне, однажды ты все поймешь. Ты все поймешь. Давай. Что ты со мной сделала? Фрейя, его мать. Почему ты молчал, голова? Ты не поверишь, я забыл. Не поверю. Сам не знаю, как так вышло. К чему мне утаивать от вас подобное? Какой же я трус! Мы пришли. Но имей в виду, разговор не закончен.
Все! Хаос! Когда я убью тебя, придется многое сделать. Кто это? Поспешим.
Не уверен, что на нем можно плыть. Пойдет. И что? Не мешайся. Но помни, корабль одолеет лишь часть пути. Храм Тюра находится наверху колоссального водопада, а мы, увы, внизу. То есть, если даже мы доберемся туда в целости, нам нужно как-то подняться вверх по водопаду. Ваны построили великий корабль, и он мог летать. Скидбладнир? Да. Потому что он был так задуман, а этот не был. Другого корабля у нас нет, так что пойдем вверх. Наткнулись на самый большой айсберг, какой я видел. Ну, огонь хотя бы греет. А теперь? Дай отцу подумать. Ты срезал паруса. Что теперь? Ты спустил паруса, но они должны ловить ветер. Жар от огня! Мы вправду летим! И мы снова застряли. Ненадолго. Ты жди здесь. Ого! Ты сделал огромный небесный фонарик.
Есть разговор, брат. Ты же понимаешь, что все кончено? Даже если мы вернемся в Мидгард, вы с Бальдером разрушили единственные врата в Йотунхейм. У нас нет вариантов, а уж мальчишка просто головная боль. Он такого возомнил о себе, что... Отрей, не твоя забота. Он станет заботой всех миров, если ты этого не сделаешь. И не нужно большого ума, чтобы это понять. Трей. Помочь? Давай вместе. Получилось! Мы свободны! Мы отсюда выберемся. Сразись со мной! И покончим с этим! Да, сын мой, пора. Нет. Снова этот голос. Ты знаешь, кто это? Я не знаю. Сзади! Он помог!
сколько нам еще до храма? Да, а то холодно. Если сохраним скорость и огни не погаснут, скоро мы будем на месте.